Привет, зритель! Сию сейчас будет обзор кастрюли, а еще одной штуковины. Короче, приказала мне долго жить одна кастрюля. Я возжаждала другую кастрюлю, но что-то где бы я ни была, кастрюли мне не нравились. И, на мое счастье, фиксия тоже не купила, и в комментах мне ее отсоветовали. А еще мне надо было термометр на балкон. И я сначала думала на Озоне заказать, а потом, когда узнала, что на следующей неделе уже практически завтра будет холодно, а с Озона еще фиг знает, когда придет, то, в общем, я в итоге решила сначала доехать до Люкса, потому что я там видела, и решила я сначала, вот раз уж взяла, обозреть термометр. Термометр оконный. 27 рублей вообще. Бюджетно, дофига бюджетно. Так, тут до минус 50 и до плюс 50. Точнее, даже до минус 51 и до плюс 51. И он, как мне говорят продавцы на этих, на липучках. Ну, типа двухсторонний скотч. Вот такая штука. Вот так оно присобачивается. Я его еще не присобачивала, и даже еще не представляю, куда конкретно, но присобачу. И вот он мне показывает 21 градус. Ну, не знаю, сколько у меня на самом деле. Не смотрела, учитывая, что у меня недавно был балкон открыт. А еще сейчас я вам покажу кастрюлю. Вообще встретилась. Точнее, меня вызвонили, и я вообще планировала разобрать ящички, но я более весело провела время. В общем, мне выдали такой пакетик, пока я там отоваривалась, оплачивала. Скидка у меня на карте была что-то 89, что ли, оказывается, баллов. И вот мне списали эти 89 баллов. Кастрюля. У меня там где-то чек должен быть. А еще мне сказали, что положили инструкцию по применению, как пользоваться кастрюлей правильно. Да, 730 рублей 65 копеек мне эта кастрюля обошлась. Скидка 89 рубля 32 копейки. Ну, сосчитайте, там она 800 чем-то стоила. Зейдан кастрюля 4 литра. Ну, как бы у меня была примерно такая, не знаю, на сколько литраж. Ну, и она была такая с крышечкой, круглая такая штучка на ней была, держалка на этой пластиковой, можно было взять. Крышечка-то у меня осталась, а вот кастрюля-то приняла свою смерть, скажем так. Я коробочку-то сама не видела. Тут 4 литра, 20 сантиметров, трехслойное дно, кастрюля со стеклянной крышкой для всех видов плит. 40% экономии, не знаю, что она тут делает. Сохраняет 40% энергии, точнее. Z, которая от Z, 50, потом 252. Готовьте на здоровье, high quality, Zeidan. Все, кто у нас ее делает, я без понятия. Сейчас, может быть, узнаем. Тут на украинском, потом на каком-то, видимо, не знаю, германском или какой еще. И показано, что ее можно мыть в посудомоечной машине. У меня такой нет, я мою лапками. Газовая плита, посудомоечная машина, электроплита, галогеновая плита. А вот так. А дальше уже три каких-то плиты или две каких-то плиты на украинском. Я украинский фигово знаю. Вот она тут такая с оливками. Все никак не приноровлюсь, как бы так показывать, чтобы и меня видно, и ее было видно. Тише не вопи. Поэтому уж гаментия, я тут в телефон тыркаюсь. Вот так, наверное. Сейчас я ее вскрою. Кишка, зачем ты дерешь обои? Вот она у нас тут. Так, вот. Ну и как обычно на сайте глянула, у них какая-то неизвестная марка с такими стеклянными крышечками металлическая, значит, это посудина от 400 рублей. Ну, я так и подумала, что я где-нибудь в пределах 900 эту кастрюлю куплю. Ну, в принципе, примерно так и вышло за счет еще скидки. А где бумажка по применению? Внутряк, что ли? Так. О, пупырчатая пленка. В довесок той пупырчатой пленки, что у меня есть, подзапишу я как-нибудь еще один СМР с пупырчатой пленкой. Я помню, что обещала порисовать, а сама обещалась порисовать. Но что-то я тут то мру, то как-то не успеваю. И ложиться стало, скажем так, вовремя. Такая ручка интересная, она как бы вот, не знаю, будет видно на камеру или нет. Там вот эти дырки, она внутри пола, эта ручка. О, думаю, что видно. Вот эти темные кружочки, это вот как раз полая ручка. С этой
с дырочкой типа для пара, для убегания. Пакетик вот тут у нас. Да, вот тут фигняшка, наверное. По применению рекомендаций по использованию всегда используйте рекомендованные источники тепла. Выбирайте размер посуды в соответствии с количеством продуктов, которые вы собираетесь готовить. При использовании газовых плит следите за тем, чтобы пламя касалось только дна посуды и не доходило до стенок. Это как надо готовить-то, чтобы оно... Ну, тут бла-бла-бла-бла-бла-бла, это потом прочитаю. То я сегодня еще пообещала все-таки попытаться сделать в третий раз попытка этот стрим. И еще у меня как бы дела есть, и я еще не ела. И я как бы ложусь пораньше, правда, вчера вот в гостях тяпнула кофе. Никогда не думала, что латте может так взбодрить, что в 2 часа только сон появится. Так, чтобы исключить образование пятен на дне посуды, соль добавляйте в горячую воду. Что-то я не догнала. Обычно в холодную или как оно там. Посуда из нержавеющей стали не предназначена для использования в микроволновой печи. Видимо, кто-то сувал. Гарантия. Срок гарантии на изделия из алюминия не ограничена. Не ограничен. Фига себе, это алюминий. А я думала, нержавеющая сталь. Для деталей из бакелита. Что такое? Пластика, нейлона. А, это вот на все, что вот есть, типа бла-бла-бла, срок составляет 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи товара покупателю. И тут еще дальше всякая хрень. Первое использование кухонной посуды. Ну, в общем, я это потом прочитаю, когда я буду первый раз использовать. И рекомендации по использованию посуды из нержавеющей стали. Вот тут мне распечаточку такую дали. Я думаю, кому надо, тот сам найдет в интернете или купит такую посудину, и там вот у него вкладочка. Ух ты, тут даже внутри этот, я не знаю, как вам показать, но я не знаю, я видела... Читала про это на сайтах, но я как-то не воспринимала, где это и что. Вот тут, короче, внутри такая шкала, где вот отмечается литр, потом 2 литра, потом 3 литра. И до верха, наверное, 4 литра. Как бы так показать-то? Буду опять в телефон смотреть. Так, ну тут, да. В общем, я не знаю, видно ли там. Мне кажется, что видно. Вот та вот эта фигня, это вот то, про что я говорила. Тут у нас еще... Уважаемый покупатель, поздравляем вас с удачным приобретением продукции Zeidan. Надеюсь, так читается. Продукция Zeidan – это европейский дизайн, продуманная эргономика и самые качественные материалы, обеспечивающие долгую службу и безупречный внешний вид изделия. Тут еще, дорогой покупатель, на инглише, готовьте на здоровье. И тут снова готовьте на здоровье. Будем готовить на здоровье. Как же без этого? Бум. Слушайте, она какая музыкальная там. Музыкальная кастрюля мне досталась, однако. Это сюда. Коробочка. Сколько-то там должна жить на всякий случай. А потом ее куда-нибудь делаем. Кастрюля со стеклянной крышкой. Тут вообще кто-нибудь где-нибудь написано, кто ее вообще рожал-то. Соединенное Королевство. Made in PRC. Иксион. СНСТС ЛТД. КЗ, что за Соединенное Королевство? Англия, что ли? Соединенное Королевство. Я думала, или Рашка, или Китай, а это какое-то Соединенное, блин, Королевство. Соединили это королевство. Ой, блин. Я не знаю, видно ли тут кота, но кот у меня увидел пакетик. Пакетик хороший, не надо его носить. Он мне еще пригодится. Куда-нибудь туда положу. В общем... Всем спасибо за просмотр и всем пока!